МИПОЛ, акционерное общество, город Либице на Цидлину, известная чешская фирма, которая уже 24 года специализируется на производстве малой сельскохозяйственной техники. Основной программой этого акционерного общества является производство сельскохозяйственных средств малой механизации с названием «Варисистем», предназначенных прежде всего для садоводов, огородников, фермеров и предпринимателей в сфере услуг. Эта система универсально сборная, что дает возможность использования многих агрегатов сменного оборудования для различных работ, присоединяя их к основному агрегату. Его составляют четырехтактный двигатель Honda мощностью 5 лошадиных сил и различные типы коробок передач, к которым присоединяются отдельные агрегаты для различных видов работ. Сейчас представим вам отдельные изделия акционерного общества МИПОЛ. Для плоскостного разрыхления почвы предназначены ротационные разрыхлители АКИ-Т20 и АКИ-358. Далее представляем комплект для пахоты с двусторонним плугом. Ротационный пропашной культиватор с максимальной шириной захвата 38 см. Косилка беспальцевая, предназначенная для покоса необработанных площадей, и пальцевая косилка для покоса обширных ухоженных площадей, или барабанная ротационная косилка. Картофелеводом представляем комплект из двух буртовых лемехов и лемеха-картофелекопателя. Для баранования используются гребенчатые бороны шириной захвата до 90 см. Для пассивной культивации предназначен наральниковый лаповый разрыхлитель. Самым большим агрегатом является 11-рядная сеялка. Следующим агрегатом является сгребальный лемех. Снегоочиститель. Ротационная косилка для стрижки парковых площадей с шириной захвата 48 см. Этот небольшой обзор системы Вари заключает односевой прицеп, предназначенный для транспортировки дополнительных агрегатов или для любого другого груза. На нескольких примерах продемонстрируем вам большие возможности применения этой профессиональной системы на практике. Несомненно, ее выгодой является возможность легко переносить основной агрегат с одного рабочего оборудования на другое, что не требует больших физических усилий и много времени для сборки. Максимальная глубина основной обработки почвы до 20 см проводится двухсторонним плугом. Изменение положения лемеха и, прежде всего, руля, облегчающее движение в обрабатываемой почве, очень просто. Использование гребенчатых борон позволяет быстро подготовить почву. Дальнейшая подготовка почвы возможна наральниковым разрыхлителем с максимальной шириной захвата 70 см. Универсальным помощником является мощный ротационный культиватор, использование которого может заменить пахоту, пассивное рыхление и который способен вносить удобрения в почву. Картофелеводам рекомендуем комплект из двух буртовых лемехов. Для сенокоса предназначены режущие аппараты и барабанная косилка, которая подходит и для травяных покровов, которым режущие аппараты неприменимы. В горных районах хорошим помощником является и малый снегоочиститель, который присоединяется к основному агрегату.
изменением положения трубы снег можно отбрасывать по обе стороны от машины. Для обеспечения безопасности труда снегочиститель оснащен короткозамыкающим оборудованием. Управление машиной с помощью рычажка газа очень просто. Сгребающий лемех можно использовать не только для сгребания снега, но и для любого сыпучего материала. Владельцам больших участков, для которых системы вари уже недостаточно, предназначен мини-трактор, возникший на основе соединения основного агрегата и ходовой части. Этот мини-трактор со знаком Vari Quattro позволяет производить работы сидя. Для подъема и спуска используется гидравлическая система. Задние колеса машины оснащены механическими дисковыми тормозами. Изделие малой механизации акционерного общества «МЕПОЛ» из города Либица на Цидлинову является надежной базой для развития огородничества и малого земледелия не только в нашей стране, но и за рубежом.